Добро пожаловать в Церковь Движения. Мы так рады, что сегодня вы с нами. Наша церковь существует для того, чтобы превращать мгновения в движение. Мы были бы очень рады, если бы вы подписались на нас в Фейсбуке и Инстаграме. А если вы хотите больше узнать о нашей церкви, то вы можете сделать это на нашем сайте. Сейчас время хвалы и поклонения. Помню, как я шла с работы. Было 5 утра. Я стояла на обочине, и тогда я впервые за 10 лет помолилась. «Господь, я знаю, это не то, что Ты для меня планировал». Я спросила Его, стоит ли мне вообще жить.
Я помолилась и попросила его показать мне. В чем цель моей жизни? И это был первый шаг к тому, чтобы снова впустить Иисуса в мое сердце. Бог побуждает меня быть лучшей версией меня. Он показал мне мое предназначение. У Него есть план для каждого из нас. Я очень хочу увидеть, что же Он приготовил. Я знаю, что это будет куда лучше, чем все темное время в моей жизни. Я решила принять крещение, потому что я хочу покончить с темным временем в моей жизни. И это цель моей жизни. Элли, ты любишь Иисуса всем своим сердцем. Ты готова служить Ему до конца своих дней? Прекрасно. И на основании твоей веры я крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Элли, мы поздравляем тебя. А теперь давайте продолжим славить. Итак, поехали.
Как прекрасно, что мы стали свидетелями крещения Элли. Мы в церкви движения очень такое любим. Вы тоже можете участвовать в таких моментах, став нашим партнером. Если вы готовы проявить свою щедрость, то можете зайти на наш сайт, чтобы узнать, как вы можете это сделать. А сейчас переходим к проповеди. Пастор Джефф продолжает серию проповедей «Ложь, которую я узнал в церкви». А вы замечали, как часто нам лгут? Недавно я читал статистику, что в Инстаграме и Фейсбуке фейковые новости распространяются в 6 раз быстрее, чем правдивые новости. Нам постоянно лгут. Рекламщики лгут нам. Если вы купите эту щетку, ваши волосы станут значительно лучше. Я покупал 3 раза, и мне не помогло. Нам постоянно лгут. Но вы замечали, как легко и приятно лгать? Я понимаю, что вы думаете. Нет, я последователь Иисуса, я не лгу. Но это до тех пор, пока кто-то не спросит вас, сколько вы весите. А вы тут же становитесь легче килограмм на 10. Так нам проще, тоже касается и возраста. Недавно мы разговаривали с детьми, они спросили, сколько мне лет. Я сказал им неверную цифру, но не потому что я врал, а потому что забыл, насколько я стар. Это вгоняет в депрессию. Сегодня мы говорим о лжи, которую мы услышали в церкви. Хочу сразу же уточнить. Я получаю имейлы о том, что в церквях полно истины, и в Библии полно истины. И вы совершенно правы. В Библии нет лжи. Библия — это истина. Но проповедники — это обычные люди. Мы не совершенны. У нас есть свои комплексы. Мы хотим вам понравиться, и мы хотим послужить вам наилучшим образом. Но иногда в учение проникают мои идеи и мысли. Они не библейские, но звучат хорошо и помогают людям приблизиться к Богу. Но правда в том, что если учение не построено на истине, то это ложь. И поэтому мы разбираем тему «Ложь, которую мы услышали в церкви». Я хочу рассказать вам о лжи, которую я говорил в церкви. Я виновен в этом и полностью осознаю свою вину. Я уже рассказывал эту историю, но это издержки возраста. Теперь я могу повторять одни и те же истории по нескольку раз. Поэтому, если вы ее уже слышали, то просто потерпите. Когда-то мы с Эмбер были молодежными пасторами, и Бог делал великие вещи в нашем служении. И благодаря этому у нас появились хорошие связи с большими служениями. И однажды нас пригласили на большое телеслужение, где были собраны более 3000 пасторов. Это была прекрасная возможность вдохновиться и попасть на телевидение. Мы приехали туда и даже не знали, что ожидать. Мы, обычные молодежные пасторы, мы приехали, и группа порядка знала наши имена и провела и посадила нас в первый ряд. Мне было очень неудобно. Почему я сижу здесь, в самом центре? Позади нас 1000 других пасторов. Постепенно ряд стал заполняться спикерами и другими служителями. У каждой женщины была дорогая модная сумочка, дорогие сережки, мужчины в дорогих костюмах. О, Боже, я недостаточно нарядно одет для такого мероприятия. И тут же какой-то мужчина заговорил со мной. «Привет, вы кто?» «Я Джефф Прайс». «А кто это?» «Я просто парень, который любит Иисуса и служит молодому поколению». «Может, вы написали какую-то книгу?» «Нет». «Может, вы на телевидении?» «Нет». И он начал рассказывать мне, что у него большое телеслужение. Он написал 10 книг. А Эмбер говорила с кем-то выдающимся с другой стороны. Я подумал, что нам здесь вообще-то не место. И вот началось собрание. Идет прославление, потом проповедь, и все прекрасно. А потом вся проповедь свелась к тому, что Бог призвал этого проповедника проповедовать Евангелие по всему миру, и выступление по телевизору ему было недостаточно. Ему понадобился собственный самолет DAF-1. Кто-то знает, что это такое? Ему нужен был христианский самолет, чтобы он мог молиться в нем по дороге на очередное евангелизационное собрание. Мы подумали, что это замечательно. Затем прозвучало, если мы пожертвуем сегодня, то Бог благословит нас. Мы инвестируем в его служение, а за это Бог изольет свое благословение на нашу жизнь. И вот он стоит там и говорит,
если вы готовы дать сегодня 10 тысяч долларов, то я хочу, чтобы вы встали и вышли ко мне. Я хочу пожать вашу руку за такое пожертвование». Я подумал, ну кто даст 10 тысяч? У кого есть такие деньги? Но потом вдруг встал мой сосед. Все из первого ряда встали, вышли и пожали руку тому проповеднику. Он сказал, возвращайтесь на свои места и оставайтесь стоять. Если вы не можете дать сегодня 10 тысяч долларов, я понимаю, но Бог благословит вас, если вы сделаете шаг веры. Если вы можете дать 5000 более, то встаньте, пожалуйста. А мы с Эмбер питались в то время фастфудом. Таким был наш образ жизни. И тут 5000 долларов? Нет, у нас нету 5000, чтобы отдать в церковь и, возможно, получить благословение. Но на этот раз 3/4 этого зала встали и вышли вперед. Представляете, сколько все это заняло времени и как нам с Эмбер было неловко. Мы сидим в первом ряду, и мимо нас постоянно пролетают камеры. «Привет». От 5000 он перешел к 3000. В конце концов, в церкви стояли все, кроме нас, Эмбер. Это было что-то вроде того, ну, сколько вы можете дать? Что там у вас есть? Мы не знали, что нам делать. И когда он дошел до 1000, я сказал, «Эмбер, мы солжем». Я взял пустой конверт, вышел и бросил его в ведро. Я думал, что Господь прямо там убьет меня молнией, потому что я солгал о своем даянии. Если за даяние приходит благословение, то, может, за вранье приходит проклятие? А если у нас никогда не будет денег? Мы солгали. И сегодня я хочу поговорить о лжи, которую мы слышим в церкви. Может, это та причина, из-за которой вы перестали ходить в церковь. Я имею в виду ложь Евангелия процветания. Ложь о том, если мы даем деньги в церковь, то за это мы получим еще больше денег. Ложь о том, если вы следуете за Иисусом, то у вас будет хорошая жизнь, крепкое здоровье и богатство. Бог желает изливать благословение на вашу жизнь, и у вас не будет никаких трудностей. Возможно, вы смотрели ночью телевизор и услышали, как телепроповедник сказал, «Если вы отдадите жизнь Иисусу, то мир станет идеальным». Я хочу поговорить об этом, о Евангелии процветания, об идее о том, если мы будем давать деньги в церковь, то мы будем процветать, с нашим здоровьем все будет в порядке, и наша жизнь будет прекрасной. Проблема этой концепции в том, что она противоречит Библии. Это классная тема для проповеди, она может собрать хорошие пожертвования, но она не соответствует Писанию. Я хочу показать вам двух людей в Библии, опровергающих эту теорию. Один из них — это Иисус. Кто может быть лучшим примером, чем Иисус? Иисус — Сын Божий. Иисус умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Иисус — полностью Бог и полностью человек. Если кто-то и праведный, так это Иисус. Иисус — это определение праведности. Он не грешил ни одного дня в своей жизни. Вы только подумайте об этом. Если был кто-то идеальный, безгрешный, праведный, и тот, кого Бог хотел бы благословить, то это Иисус. Однако, в Евангелии от Луки 2 главе 24 стихе мы видим, что Иисус родился не в богатой и влиятельной семье, а у бедных родителей. В Евангелии от Луки 9 главе сказано, что Иисусу негде было прислонить голову, то есть у него не было собственного дома, когда он служил на земле. В Евангелии от Иоанна 12 главе 6 стихе мы видим, что все деньги, которые получал Иисус, он равномерно распределял между своими учениками. Если бы Иисуса волновали материальные вещи, если бы он считал, что если давать в церковь, то у тебя будет хорошая, благословенная жизнь, то у него ничего из этого не вышло бы. Все, что было у Иисуса, было одолженным.
В Евангелии от Марка ему пришлось взять в долг лодку. В Евангелии от Матфея, 17 главе, ему пришлось взять в долг монету. В Евангелии от Матфея, 21 главе, ему пришлось взять в долг осла. Даже место для последней вечери ему пришлось взять в долг. И место своего погребения он тоже взял в долг. Что касается имущества, то у Иисуса ничего не было. Итак, если бы Евангелие процветания было настоящим, если бы за праведную жизнь Бог изливал благословение на вашу жизнь и давал вам хорошее здоровье и финансы, то почему этого не было в жизни Иисуса? Но может, Иисус это исключение исправил? Он был Сыном Божиим с особой миссией. Ну, тогда давайте взглянем на Павла. Павел написал 2/3 Нового Завета. Он настолько полюбил Иисуса, что отдал свою жизнь за Него телесно и метафорически. С момента встречи с Иисусом до самой смерти вся жизнь Павла была посвящена проповеди Евангелия, а еще он умер за Иисуса как мученик. И в первом послании к Коринфянам, 4 главе, он пишет: «Мы, ученики, по-прежнему испытываем голод и жажду, отсутствие одежды и терпим побои, у нас нет жилья, мы тяжело работаем своими руками, когда нас проклинают, мы в ответ благословляем, нас преследуют, а мы терпим, о нас говорят самое плохое, а мы отвечаем добром, до сегодняшнего дня мы, как отбросы общества, всеми презираемые». Проблема Евангелия процветания в том, что оно гласит: если вы будете жить праведно и давать деньги в церковь, то Бог будет благословлять вас. Но здесь мы видим, что последователи Христа должны ожидать гонений и трудностей. Евангелие процветания угождает нашему западному менталитету, которое гласит, что радость приносит материальные вещи. А Библия учит нас, что радость приходит не от вещей, а от близости с Иисусом. Если бы Евангелие процветания было правдой, то нам не нужен Бог, потому что Бог нужен лишь для того, чтобы дать нам машину получше, дом побольше, хорошую работу, красивую жену, крепкое здоровье. То есть Он всего лишь инструмент в нашей гонке за вещами и в продвижении вперед. Но истина в том, что радость приходит не от вещей, а от Бога. Но поймите меня правильно. Иногда люди говорят: то есть, если у меня есть хорошие вещи, то я не могу быть христианином? Если у меня большой дом или хорошая машина, то я грешник? Нет, я не об этом. Нет ничего плохого в хороших вещах. Нормально наслаждаться хорошими вещами и быть богатым. Библия говорит, что работник достоин своей платы. Нет ничего плохого в том, чтобы владеть хорошими вещами. Проблема в том, когда вещи владеют нами. Проблема в том, если мы думаем о вещах вместо Иисуса, или когда мы в воскресенье поклоняемся не Богу, а славим хорошую звуковую систему, красивое здание или хорошую музыкальную группу, когда мы больше фокусируемся не на Иисусе, а на том, что может удовлетворить мои нужды. Нет ничего плохого в хорошем мотоцикле, но если вы думаете только о нем и ради него жертвуете семьей или еще чем-то, также нет ничего плохого в хороших вещах. Возможно, быть богатым и благочестивым. Проблема в том, когда все эти вещи начинают контролировать вас, и они ваш источник радости, и стоят выше Иисуса для вас. Вся суть Иисуса в том, что Его должно быть больше, чем достаточно в нашей жизни. Хочу ли я иметь хорошие вещи? Да. Хочу ли я, чтобы мои дети достигли успеха в жизни? Хочу ли я иметь большую лодку? Конечно же, хочу. В этом нет ничего плохого. Но могу ли я при этом искренне сказать, что Иисуса мне достаточно? Если я лишусь всего, всех благословений, всего хорошего, что есть в моей жизни, смогу ли я тогда сказать: «Господь, Ты самое главное в моей жизни. Я рад, что Ты со мною. И поскольку Ты со мной, то я победитель.
«Поскольку ты со мной, я силен. Поскольку ты со мной, я здоров. И у меня есть больше, чем достаточно». Мне очень нравится история Сидрахи, Месахи и Авденаго. Она находится в Ветхом Завете. Она произошла в то время, когда народ Израиля был уведен в плен. Их буквально увели в плен в другую страну, которая поработила их. Среди них было трое благочестивых молодых человека, и вдруг у них возникли проблемы с самим царем. Они решили ослушаться царя, потому что его повеление противоречило тому, к чему призвал их Бог. Поэтому они остались верны Богу. Разве они не должны быть благословлены за это? Не так ли? Но они сказали, «Даже если мы погибнем, Бог будет с нами». Царь вызвал их к себе и приговорил к смерти. Только послушайте, что они ему ответили. Шадрах, Мешах и Авднего ответили царю, «О, Навуходоносор, нам нет нужды защищаться перед тобой в этом деле. Это урок веры для всех нас». Нам не нужно защищаться. Вы можете просто прокрутить чей-то пост и проигнорировать его. Не обязательно все время спорить. Нам нет нужды защищаться перед тобой в этом деле. Если нас бросят в огненную печь, то Бог, которому мы служим, может спасти нас из нее и избавить нас от твоей руки, о царь. Но даже если нет, мы хотим, чтобы ты знал, о царь, мы не будем служить твоим богам и поклоняться золотой статуе, которую ты поставил. Вы слышали? Они говорят, Бог может спасти нас. Он может вытащить нас из этой ситуации. Он имеет силу сделать это, но даже если он этого не сделает, Иисуса достаточно. Даже если он не сделает этого, мы готовы пойти на смерть за праведность. Это безумие. А мы научены лжи. Если мы служим Богу, то мы не должны болеть. Если бы у тебя было больше веры, то ты бы не заболел. Если вы дадите в церковь чуть больше денег, то закончатся дни вашей бедности навсегда. Но Библия говорит, что дело не в деньгах, не в здоровье и не в имуществе, а в том, чтобы Христос был в центре всего, чтобы Он был всем для нас. Мы можем в этом честно признаться. Это непросто, особенно во время пандемии. Когда мы слушаем это дома, а не в церкви, в окружении сотен тысяч людей. Сейчас я чаще всего получаю такие письма. Сейчас мне так тяжело жить для Иисуса. Мне не хватает общения с другими верующими. Мне не хватает церкви. Мне не хватает живого прославления. Дома это не то же самое. Я вас понимаю. На все 100%. Но мое хождение с Богом не завязано на том, чем Он может меня благословить. Я следую за Богом, потому что Иисуса больше, чем достаточно. Ты прямо со мной сейчас в моей гостиной. Господь, конечно же, я хочу иметь все эти благословения, но если бы я лишился всего этого, и у меня остался только ты, то у меня будет больше, чем достаточно. Итак, Евангелие процветания — это ложь, которая проникла в наши церкви и в наше мышление. Она сделала то же, что и любая другая ложь. Взяла немного истины, чтобы манипулировать нами и переключать фокус с истины. Да, Бог желает благословлять нас. Он хороший. Да, Он может исцелять и избавлять нас. Но правда в том, что моя радость приходит не от того, что я могу иметь все это, а от веры в то, что Христа достаточно. Итак, мы разоблачаем Евангелие процветания и говорим, что Иисуса достаточно. Мы уже сказали, что центральная мысль Евангелия процветания в том, что если вы даете в церковь или даете Богу, то Бог благословит вас. Если это неправда, то почему церкви так много говорят о деньгах? Почему церковь известна как место, в котором постоянно просят деньги? Причин несколько. Во-первых, деньги способны разрушить множество обманов.
Многие из нас живут с долгами и с желанием давать меньше и получать больше. И мы, пасторы, хотим, чтобы люди ходили в свободе от Бога и чтобы их жизнь соответствовала Богу. Мы говорим о деньгах, потому что это одна из самых важных тем для западной цивилизации. Есть три вещи о деньгах, которые нам важно знать в современной культуре. Когда мы говорим о даянии, то это вопрос упования и доверия Иисусу. Когда кто-то инвестирует свои финансы в церковь, то идея не в том, чтобы получить от Бога больше, а в признании того, что именно Бог благословил нас этими деньгами. Я признаю, что имею работу, потому что ты помог мне в этом. Ты помог мне учиться, ты дал мне мудрость, а потом дал мне возможность. Господь, все, что у меня есть, пришло от тебя, и я доверяю тебе все мое имущество. Когда Бог говорит: «Я хочу, чтобы ты был щедрым, я хочу, чтобы ты помогал другим и давал», тем самым Он говорит: «Доверяешь ли ты мне? Если ты отдашь мне эти финансы, то я смогу позаботиться о тебе». Если я научусь доверять Богу в финансовом вопросе, то я научусь доверять Ему в других сферах жизни. Это один из очевидных фактов для меня. Когда я доверяю свои деньги Богу, то я будто бы каждую неделю прохожу тест на доверие. Отсчитывая десятину от своего заработка, я будто бы говорю: «Господь, я доверяю Тебе, что Ты позаботишься обо мне». Вы понимаете, что неиспытанная вера — это слабая вера? Кто хотел бы сесть в самолет, пилот которого никогда не сдавал экзамен? Я смотрел видео о том, как это делается. Я уже готов. О нет, я хочу знать, что ты где-то учился и прошел проверку. И тогда я смогу довериться тебе. А с финансами мы проходим эту проверку каждую неделю. Когда мы доверяем Богу наши деньги, наша вера растягивается. Но поскольку я учусь доверять Богу в этом, то когда происходят какие-то серьезные проблемы со здоровьем или в семье, я говорю: «Господь, я видел Твою верность в такой мелочи, как мои финансы. Если Ты показал себя в моих финансах, то Ты покажешь себя и в этой ситуации». Когда мы доверяем Богу наши финансы, это укрепляет нашу веру. Наша вера становится крепче, и мы можем одолеть очередного великана, который возникает на нашем пути. Недавно я общался с семьей, которая потеряла ребенка. Это сделало их еще ближе к Богу. Они даже создали служение, которое делает прекрасные вещи. Я спросил у них, как они смогли остаться с Богом. Надеюсь, я тоже так смогу, но я не знаю наверняка. Как вы могли остаться с Богом? И они ответили: «Мы видели, что Бог был верен во всех остальных сферах нашей жизни. Они смогли держаться за Бога, потому что они развили доверие к Нему. Они проверили на деле, что Он такой, как Он о себе говорит. Во-вторых, я хочу ходить в послушании. Мы даем воскресенье, потому что хотим быть послушными тому, что сказал Христос. Правда в том, что я немного помешан на контроле. Я понимаю, что вы в шоке от этого, и вам сложно в это поверить. Но правда в том, что я либо беру контроль, либо отдаю его. Господь, я выбираю ходить в послушании тому, что говорит Писание, и подчиниться Твоему пути. А это означает решить, что мой путь не самый лучший, а это непросто. Это очень непросто. Итак, когда я даю, я хожу в послушании Богу, говоря, что это противоречит моему пониманию. Но я все равно доверяю Тебе и подчиняюсь Тебе. Ну и последнее на сегодня.
Мы даем, потому что так мы инвестируем в Царство Божие. Правда в том, что эта церковь существует для тех, кто ее не посещает. Мы так много делаем для нашего общества, потому что хотим, чтобы имя Господа было прославлено. Многие люди не знают, кто такой Иисус. Они имеют искаженное представление о Нем, поэтому мы делаем все, что в наших силах, чтобы сделать Иисуса известным в наших городах, провинциях и во всей нашей стране. Мы хотим инвестировать в принципы Царства и в миссионеров, которые работают по всему миру. Мы инвестируем в трансляцию этих видео по всему миру. Мы инвестируем в детское служение, в молодежное служение, в помощь бездомным, в работу больниц, чтобы быть настоящими руками и ногами Иисуса по всему миру. Возможно, вы тоже хотите нести разницу. Хотите, чтобы ваша жизнь имела смысл, и чтобы в конце обо мне сказали не только то, что у меня было много денег и много игрушек. Я хочу, чтобы обо мне сказали, что я изменил мир для Иисуса и инвестировал в спасение душ по всему миру. И я даю не потому, что я пастор, не потому, что хочу процветать или иметь благословение. Я даю, чтобы продемонстрировать мое доверие Ему. Я хочу делать это каждую неделю. Я даю, потому что хочу подчинять мою жизнь Иисусу. А еще я даю, чтобы инвестировать в Царство Божие и видеть, как имя Господа при этом прославляется. Я не хочу, чтобы вы давали в нашу церковь, потому что хотите благословений. Хотите быть богатыми или иметь богатую семью. Я лишь спрашиваю, готовы ли вы сегодня довериться Иисусу, готовы ли быть в послушании Его Слову и жить в повиновении Ему, и готовы ли вы сегодня инвестировать в церковь, которая работает для того, чтобы нести в мир самого Христа. Сейчас мы будем с вами молиться, потому что более всего я хочу, чтобы у вас были верные мотивы для того, чтобы давать. И, конечно, если вы желаете пожертвовать в нашу церковь, мы не будем против. Но перед тем, как сделать это, прошу вас взвесьте свои мотивы. Давайте помолимся. Боже, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Излей на нас Своего Святого Духа. Помоги нам быть людьми, которые ходят в послушание Тебе. Помоги нам доверять Тебе и инвестировать в Твое Царство. Бог не против, чтобы у нас были вещи. Он не желает, чтобы эти вещи владели нами. Боже, помоги нам, чтобы наша жизнь была сфокусирована на Тебе, а не только на нас самих. Мне понравилась идея, что хорошо владеть вещами, но плохо, когда вещи владеют нами. Поэтому давайте думать о вечности и не позволять временным вещам контролировать нашу жизнь. Если вы хотите стать нашим финансовым партнером, то мы будем этому очень рады. Для этого зайдите на наш сайт, там вы все узнаете. Спасибо за то, что смотрели нас, и увидимся через неделю.